Такая картина на проезде Лермонтова была весной, осенью, в оттепели, после сильного дождя летом. В общем, целый год. Разве что сменную резиновую обувь бери, чтобы преодолеть путь к магазину или на работу. Александра Стручкова сейчас выходит из подъезда как королева, не думая о том, как проложить себе чистый маршрут. Во дворе было 16 канав. По колено воды, все залиты водой и глубокие. А дождь, когда дождь, вот к двери подойти совершенно невозможно. Ну, потеряла всю надежду. А сейчас, как в лучшем доме Лондона, кругом асфальт, все так красиво. На самом деле, жители больше всего жаловались на участок в 200 квадратных метров. Но благодаря программе губернатора по ямочному ремонту картами удалось заасфальтировать сразу 3000 квадратных метров. То есть этот двор и соседние. Проезд Лермонтова 7, первый луговой проезд, несколько домов по улице Урискова. За счет средств и местного бюджета, и по программе нашего губернатора Андрея Юрьевича Воробьева мы подошли комплексно и отремонтировали все подходы в подъезд и соединиться с контейнерной площадкой, чтобы было и удобно и людям подходить, выбрасывать мусор и региональному оператору вывозить его без проблем. Первый снег и переход температуры через ноль уже показал, насколько стало комфортно жителям. Даже пожилые люди теперь не просто сидят на лавочке возле своего подъезда, но могут прогуляться беспрепятственно.